Раз. Это я, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Смотри, да, это этот микрофон. Не бойся его убрать. Смотри, подари. На камеру это пока. Батареек тут много, половина. Половина. Так. А вы меня подождите, сейчас заплатим вот сюда на соседний канал и обратно, да? А вы и так прекрасно выглядите. Вы думаете, особенно прическа, да? И прическа. Должно же быть весело, правда, в эфире? А так вы прям в красном, как что может перебить красный цвет? Да, мы с вами так и в то, и у вас красные полосочки. Да, так что, мне кажется, можно и без платья обойтесь в данном. Я вообще ясновидящая таролог, я на карту кидаю, по-простому. Я вам потом обязательно посмотрю, если вы не против, хорошо? Потому что я вижу, что у вас вот дорога ваша, именно такая вот, по которой, ну, что касаемо вашей работы. И вы знаете, как вот шлюзы, ну, мне ясновидным показывают, знаете, как шлюзы перекрывают вот это, чтобы вода не текла. И у вас не один шлюз, а почему-то два, вот так прикрыты, и маленькая щелочка только есть. Да, надо так. Два человека. Ты можешь переодеться быстренько, здравствуйте. Да, если господин Беликов сейчас поднимется, сядет, мы можем так товар. Давай, Таня. Сейчас все решим. Ну все, поговорите, пожалуйста. Раз, два, три. Во время записи. Раз, два, три. Ну, конечно, платье выигрывает. Выигрывает, да, на ней было красивое платье, вот так оно. Михаил, да. Вы песню «Снится мне деревня» знаете? Слышали? Слышал. Вот просто у нас звука нет, мы потом на монтаже будем подкладывать. Она будет играть. Как бы играть. Ага. Вы как бы смотрите, а потом обсуждаете. Вы понимаете, о чем речь будет идти? А песни «Снится мне деревня». Потом «Радуга». Вашу песню вы, естественно, знаете. Татьяна, вы знаете песни Михаила? Да. А что сейчас совсем что ли? Какая тут песня заведена? «Секси». «Секси». Ну, посвятите ее в несколько слов этих. «Снится мне деревня», знаете песню? Конечно. «Радуга», у «Беды глаза зеленые». Сережа, это мой любимый. Все, все, тогда есть о чем говорить. Все нормально. Миш, все делаем как надо. Вы сильно торопитесь, Миш? Уже никуда не тороплюсь. Куда ж теперь торопиться-то? Увидел вас. Да? И все былое. Ой. Хорошо. Это вы так зря говорите. Это намного серьезнее, чем вы думаете. Нет, ну я пока никуда не тороплюсь. Да? Пришел на съемку. Михаил, что в песне про секси поется? Основной лейтмотив. Несколько слов хотя бы. Речитатив. Давайте. Ты секси, секси, фак. Ага. Ты секси, секси, трах. Ага. Твои большие груди на теле майку рвут. Окей. И... Ага. Все, спасибо, сейчас. Да. Такая песня, что. Серьезная, да. Слов из Китая не выкинешь. Не выкинешь. Однозначно, да. Я просто переживаю, у меня есть одна, это самая. Какой у вас антураж. Миш, у меня есть одна такая, это самая, мне надо на 8 канале побыть с этого, с полчетвертого до 15:05. Я вот переживаю. Я хотела так, чтобы вы меня подождали до 5, но я бы 15 минут бы приехала. Это долго? Михаил, если будет желание там подергаться под музыку, потанцевать, что такое, это только приветствует. То есть нам не то, что провокация мы создаем, но мы надо какой-то живой бесед. Поэтому просто немножко. Саша, повесьте ко мне на меня. Татьяна же здесь сидит. Да, я хотела пересадить. Татьяна, вы вот на этом кресле сидите. Да, поменяйте вот. Туда внутрь. Мы не говорим о провокациях, Михаил, мы говорим о живом эфире. И все, все надежда, грубо говоря, на вас. А куда мы сфотографируемся с Мишей? После эфира. Нет, надо сейчас, Таня. Как у вас есть фотоаппарат? У меня есть айфон. Айфон, давайте, хорошо? Правда, Миша? Я не против. А я только за. Где ключ от гримерки? Я клала на это самое. У нас девушка одевается, прям. Таня, сфотографируйте нас. Да, да, сейчас сделаю. Ага. Я могу
сфотографировать вместе? Конечно, так. Миш, да. Так. Так. А куда смотреть? Сюда. Угу. Чуть вы поближе можете сесть, далековато, далековато. Хорошо, это вы зря, Таня, так сказали. И сюда еще раз, Татьяна. Все, супер, впереди планеты все. Да? И вот туда, Миш, вот так. Ага. Здорово. Спасибочки. Куда? В Твиттер? И в Твиттер, и все. И в Фейсбук. И в Фейсбук, и в Твиттер, везде все. Нет, это я на память. Я нигде не выкладываю. Выкладывайте уж, что ж. Да? Если только в моих передачах каких-то таких, вот я тогда со знаменитыми людьми иногда могу показать. Миш, нормально в этом платье, да? Блестяще. Вы как фея. Как фея? Добрая такая фея. Спасибо, Миш. Значит, говорите, два шлюза, да? Вот так, чуть-чуть приоткрыто. Не один, а почему-то даже два, с двух сторон. И они такие равнозначные. И вот вода так хочет вытекать. Так. Нет. Где у нас? Да, так, присаживайтесь посередине, сейчас петуха. Сюда все идут. Где? Кресло. А, где? Да. Ну, микрофон вешает. Вы же ведущий, да. Сереж. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я Сергей Беликов. Сегодня программа «Восьмая нота». И у меня в гостях Михаил Гребенщиков. Ну, шоумен. Ну, вы как считаете? Певец шоумен Михаил Гребенщиков. Да, и... Ясновидящая? Ясновидящая. Ясновидящая Татьяна Цехановская. А поговорим мы сегодня, конечно же, о музыке. Как будто вы слушаете и наслаждаетесь, грубо говоря. Михаил может свою песню увидеть, может даже пританцевать немножко. Понимаете? В защиту своего музыкального его произведения. Его нужно слышать, чтобы в такт попасть. Я понимаю, но он вот блестяще сейчас напел. Понимаете? Мы по техническим возможностям не можем вывести звук. У нас будет только видео. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в студии с вами я, Сергей Беликов, и мои гости. Певец, шоумен Михаил Гребенщиков и ясновидящая Татьяна Цехановская. Здравствуйте. Мы комментировать будем? Ну, хотите, да, прокомментируйте. Только смотрим, смотрим и слушаем. Сейчас пока посмотрели. И вы посмотрите, что люди совершенно... Стоп, Татьяна, сейчас мы... Рома, на последний план, пожалуйста. Все, выводим. Татьяна, ваша речь. И я удивлена, то, что именно ваши песни слушают люди совершенно разных возрастов. В качестве примера давай обратимся к твоей работе. И ты прокомментируешь. Давайте, смотрите. «Секси» – так называется песня. Слушаем, перебивочки. Рома, на последний план выставь, пожалуйста. Так, все, пишем. Мы потом выведем. Угу. Вот что я хотел... Вот так, что скажешь по этому поводу, Таня? Как человеку вот не хочется все время есть сладкое. Вот как на столе должны быть разнообразные продукты и в жизни каждого человека. Для когда этого ты ему хочется медленную песню послушать. Рок-музыка, альтернативную вот музыку. Когда ты классику, да. А когда хочется такую более жесткую музыку и даже такую вот сексуальную. То есть, мне кажется, в каждом человеке это же комплекс всего. И каждое настроение, оно притягивает песню. Когда-то мне нравится, допустим, спокойная музыка, а когда-то ее просто не хочу слышать, потому что она меня излишне расслабляет.